Друзья, перед Новым годом решили освоить технику суперприемов интернетных героев. Подготовим меня к спонгу на полную катушку. Победить любой ценой. Всем Новым годом. Только вперед. Ура! Только вперед. Будем настраиваться, как всегда, только на победу. Победу нокаут. После неудачного дебюта в Беллатор, где Сергей потерпел поражение от малоизвестного тяжеловеса Хави Аяла, Харитонов провел 6 поединков, в 5 из которых одержал победу. Выступая в Российской Федерации, форма русского бойца вызывала массу вопросов. В одном из поединков ветеран Прайд вышел с массой, превышающей 130 кг. Вернувшись под баннер Беллатор, Харитонову дали бой против вышедшего в тираж бойца UFC Роя Нельсона. Большинство букмекеров не ожидали, что Сергей сможет показать столь высокий уровень и нокаутировать оппонента в первом же раунде. Но россиянин снова всех удивил. Поединок является мечтой фаната. Два ударника-нокаутера встретятся лицом к лицу. И если ранее большинство фанатов поставили свои деньги на американцев, то после боя Харитонов-Нельсон все стало не так однозначно. Бой конкурентный в плане рейтинга. Бойцов разделяет всего 5 позиций в мировом рейтинге тяжеловесов.